Здравствуйте! Сегодня мы с вами поучимся переводить смешанную дробь в неправильную. Итак, пускай нам дано 3,1. Для того, чтобы перевести в неправильную дробь, мы должны взять число 3, умножить его на 2, и к полученному результату прибавить 1. 3 умножить на 2 будет 6, плюс 1 – 7. Получаем дробь 7/2. Итак, еще раз. 5,2. Переводим в неправильную дробь. Берем 5. Умножаем на 7. 5 умножить на 7 – 35. И к полученному результату прибавляем 2. 37/7. Еще раз. 6,1. Берем 6. Умножаем на 5. Получаем 30, и полученному результату прибавляем 1. 31/5. Предположим, вам нужно для действия вычитания занять 1 у целой части. В этом случае мы запишем так. 3,1. Для того, чтобы занять 1, мы поставим для нашего удобства точку. Уже нет у нас этой 1. Отняли мы ее, получили 2 целых. Значит, а оставшуюся 1 мы представлять можем по-любому. Как 2/2, 3/3, 4/4. В данном случае в знаменателе 2. Проще сделать так. Складываем числитель со знаменателем, получаем 3, записываем числитель, а в знаменателе остается 2. Еще один пример. 5,2. Занимаем 1. Будет уже 4. Складываем числитель со знаменателем. 2 плюс 7 будет 9. И записываем в числитель, а в знаменателе будет 7. 6,1. Занимаем 1. Получаем уже не 6, а 5. Складываем числитель со знаменателем. Получаем 6/5. Далее нам еще нужно рассмотреть так ту тему, в которой мы с вами наоборот переводим из сильно большой неправильной дроби в целую часть. Итак, давайте мы возьмем число 6,17. Мы должны перевести, добавить к шестерке 1, и мы получим уже в этом случае 7. Почему мы это делаем? Дробь 17/12 неправильная. От 17/12 можно отнять 1 раз. Добавили 1, получили 7. Теперь от 17 отнимаем 12, получаем 5/12. Еще один пример. 3,5. 5/3 дробь неправильная. От 5 3 можно отнять только 1 раз. Поэтому мы добавим 1. Будет уже не 3, а 4. И от 5 отнимаем 3, получаем 2/3. Возьмем еще один пример. 12,3. 3/2 неправильная дробь.
Поэтому мы будем добавлять единичку. Уже будет не 12, а 13. От 3 отнимаем 2, это 1. И получаем 13,1.